Несмотря на долги перед сотрудниками, штат полиции уже в скором времени может увеличиться. Национальная полиция бросает вызов организованной преступности. Для борьбы с бандитизмом в МВД создали специальное подразделение. Об этом во время совещания с представителями консультативной миссии ЕС сообщил глава нацполиции Сергей Князев. По его словам, главная задача созданного департамента – противостоять организованным преступным группам и криминальным авторитетам. По прогнозам МВД, в полную силу департамент заработает в конце года.